Ажиотажного спроса на товары школьного ассортимента в главном городском универмаге пока нет, но активность покупателей продавцы уже отмечают. Именно сюда, в детский отдел, отправляются в первую очередь школьники с родителями. В одном месте можно купить все сразу, от ботинок до галстука. Для мальчишек традиционные деловые костюмы, для юных леди выбор побольше – сарафаны, юбки, блузки, пиджаки. Над школьным ассортиментом в универмаге начали работать с весны и сегодня готовы предложить все размеры и роста. Уверяют, хватит всем. Наше предприятие сориентировано на продажу товаров отечественных производителей. На сегодняшний день у нас присутствуют костюмы как для девочек и для мальчиков наших белорусских фабрик, таких как «Славянка», «Белкреда», «Коминтерн», «Калинка», «Купаленка», некоторых фирм, блузки девичьи, блауз. Обувь тоже только отечественного производителя. В широчайшем ассортименте все мы подготовили, завезли. Конечно, работа проводится кропотливая, задолго до начала учебного года. В начале весны наши специалисты посещают специализированные ярмарки-выставки в Минске, которые проходят. Все производители выставляют свою продукцию, где мы заключаем с ними договоры, составляем спецификацию, то есть количество, которое нам нужно завести. И потом уже постепенно завозим товар, начиная с апреля месяца. На сегодняшний день завезено большое количество. Акселераты не всегда со стандартной фигурой. Портрет современного школьника от тех, кто ежедневно помогает подобрать модель нужного размера. Если профессиональная консультация не помогла, костюм можно разукомплектовать. Отдельно подобрать пиджак, жилет, брюки. У нас можно распаровать костюм. Если это и есть возможность и подходит ребенку, мы идем на уступки. Помочь одеть ребенка. В комплектации все сразу подбираем. Сорочку, галстук, костюмы, брюки и обувь. Больше всего покупателей в выходные, когда в Сырегорск за покупками приезжают жители сельской местности и соседних райцентров. Они, как правило, выбор делают быстро и стараются купить все сразу. Сырегорчане же предпочитают прицениться и изучить ассортимент. Только первые приехали в магазин. Ну, покуда смотрим, прицениваемся, выбираем. Желание дочери. Не знаю. Посмотрим. Цены на товары школьного ассортимента в этом сезоне выросли незначительно, отмечают в универмаге. Да и торговую надбавку здесь применяют максимально низкую, плюс скидки и акции, чтобы сделать доступной подготовку к школе для семей с разным достатком. В этом сезоне школьный шопинг обойдется в 1,5 миллиона для первоклассников, около 3 миллионов для учеников старшей возрастной группы. Костюмы от 600 тысяч, блузки и рубашки от 150. Отдельная статья расходов – канцелярские товары. Средний набор обходится 1500, если полностью комплектные. Да. Скажите, покупателей а много сейчас? Да, ну да, поток покупателей, конечно, заметно увеличился. Да, давайте. Все, можно приобрести все товары. Сколько, все необходимое. Сколько нужно средств, чтобы ну, собрать? В среднем так, для школы, для канцтоваров, ну, для одежды 400-500. То есть это что входит? Это входит туда фломастеры, гуаши, тетрадки, комплекты, обложки. Все вот это, вся мелочь. Расширенная продажа товаров школьного ассортимента началась с 25 июля. Присмотреть все к школе можно не только в специализированных отделах, но и на постоянно действующих открытых площадках. Письменные и канцелярские товары также предлагают местные гипермаркеты и супермаркеты.